На арест Олега Болдуина оперативно отреагировал президент США, пожелав пародирующему его актеру удачи. Американский президент Дональд Трамп отреагировал на арест известного актера Олега Болдуина в Нью-Йорке, сообщает NBC News. После известия о том, что актер задержан за драку из-за места на парковке, Трамп заявил, что желает ему удачи. Как сообщалось, Олега Болдуина арестовали 2 ноября. Актер ударил человека рядом со своим домом на Манхэттене.